соперника, да, привыкать долго ли приходится? Уже после сета, в принципе, уже игроки узнать лучше соперника. Вот потому что, да, но никаких сложностей для Липина он не представляет. А Филус наоборот пока... Да. И продолжает набирать очки. Афе в защите, чуть с большим вращением, чтобы как-то изменить ход игры. Ох ты! Потом дальше как-то провести атаку, заставить его больше двигаться и... На этом набирает очки. Пока что Липин ведет игру. Очень мощная игра. На этом выигрывает очки. Ку старается захватить инициативу. Красивая очка. Сет начинается с обоюдной борьбы. Да, сейчас как более напряженная пошла борьба. И мы играем дальше. Таким же белым мячом. Но основная причина этого была с точки зрения зрителей, да, для того, чтобы было бы более удобно наблюдать, но... А вам удалось опробовать эти бело-оранжевые мячи? Не удалось. Но я вчеров в Фейсбуке у себя выкладывал. Да, были очень плохого качества, ломались буквально там после нескольких ударов, поэтому... Это какая-то есть черта спортсменов азиатских. Да, не набирать какие-то очки для Филуса. Так он выигрывает очередное очко. Вот благодаря этому набирает очки. Ну вот наконец-то. Ищите, ошибся, и возможно сейчас в защите будет выигрывать. Да, как игроки, ну, стараются. Видишь, да, не получается, что-то все-таки не так. Да, ну, это бывает. Поиск. В чем же? Ох, как в контратаку. Вот как раз-таки тот самый неприятный вот такой вот комбинированный стиль игры, о котором говорили в самом начале. Современный стиль игры. Это так называемый вариант современной защиты. Ну и вот везение. Что тот теннис, который демонстрирует немец, он нравится зрителям. Да, это его теннис всегда нравится зрителям. Он, это всегда продолжительные розыгрыши, очень интересное сочетание обороны и атаки. И поэтому доставляет удовольствие. Твой мяч, ну, хотел что-то... Направление на приеме. Да, пошел в правый угол слева, что-то хотел изменить и ошибся сам. О!
очередной момент. Не ждал он такого и ошибся Липин. Свои атаки, свои розыгрыши, то сейчас ему приходится потрудиться, чтобы выиграть очко у Рувена. Ну, физически уже чуть хуже готов, чуть не может так мощно сыграть и ошибается. Быстро и ошибся Рувен. Чувствуется усталость. Он, в принципе, очень много в этом сете розыгрышев хороших отыграл, но ошибся просто. Все-таки дожал Рувена Филуса и со второй попытки впервые в карьере выигрывает соревнования уровня Pro Tour. Да, Липин выигрывает, все-таки выдержал он этот марафон.